Приближаются очередные выходные дни, и мы традиционно хотим познакомить вас с наиболее интересными событиями, которые пройдут в январе. 6 января Ледовый холл города Кохлаяры приглашает вас на празднование скаутского Нового года. Приглашаем всех скаутов и их друзей отметить скаутский Новый год вместе. Мероприятие пройдет в 12 часов дня на катке города Кохлаяры. С собой следует захватить 1-2 евро на коньки, сладости к чаепитию и хорошее настроение. 19 января в 6 часов вечера в Центре культуры города Кохлаяры состоится концерт учеников школы искусств города Кохлаяры «Популярные мелодии. Ход свободный». А 20 января в 5 часов вечера в Центре культуры города Кохлаяры пройдет большой концерт вокального ансамбля «Близ» и «Укус увеста». Гости программы – танцевальный коллектив «5 звезд» и хор Ахминской школы искусств. Билеты 3 и 5 евро. Билеты продаются в кассе Центра культуры. В субботу, 20 января, Ихильский концертный дом приглашает вас посетить серию концертов «Золотая классика» «Моцарт». Дирижер и солист Манно Мяни, скрипка. Вас ждет музыка венских классиков в изысканном и гибком исполнении. Моцартовский скрипичный концерт номер 3, соль мажор, является самым известным и наиболее часто исполняемым струнным концертом великого композитора. В качестве дирижера и солиста перед публикой выступит концертмейстер Вазовского государственного оркестра, эстонский скрипач Манно Мяни, в последнее время все чаще выполняющий и дирижерские задачи. Начало в 7 часов вечера. А в среду, 24 января, в 7 часов вечера, Ихвистский концертный дом приглашает вас на концерт Ирины Захаренковой, фортепиано. Ирина Захаренкова – исполнитель с очень своеобразным стилем. Ее деликатная и бодрящая страстность возвышает все ее исполняемые композиции. Программа русской музыки в ее исполнении – настоящая жемчужина. Мы желаем вам хороших выходных и ярких эмоций.